Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche Boxster. Итак, правое крыло равняем, бампер буду менять, левое переднее крыло менять, капот чуть-чуть подровнять, задний бампер тоже менять. Итак, разбираю, снимаю радиаторы и все поврежденные части. Ну что, разобрал, теперь сделаю необходимые мне измерения. После измерения выяснилось, что машину придется ставить на стапель, но пока я решил отстукать правое крыло. Примеряю фару, и крыло, можно сказать, сделано. Ну что, установил машину на стапель и решил первым делом отравнять поврежденные пороги. Вот, пороги отравнял. Теперь можно приступать к следующему этапу. Вытягивать буду попу. Сначала нужно вытянуть балку, точнее усилитель бампера, чтобы продолжать остальные работы. Ну что, сзади зазорчики чуть-чуть неровные, поэтому придется подтянуть немного заднюю панель и чуть-чуть лонгерончик. За старые крепления подтягиваю и затем подтяну панель. Попу подтянул, подровнял и сейчас примеряю бампер и задние фонари.
Ну что, сзади все чудненько, тиражеры в норме. Приступаю к ремонту переда. Как можете видеть, зазор неровный, диагонали тоже, так что буду тянуть лонжероны немного влево. Ну что, теперь зазор везде одинаковый. Я примеряю левое переднее крыло. Крыло встало плохо, поэтому делаю дополнительные измерения. После измерений я выяснил, что горшок ушел вправо на целый сантиметр. Возвращаем его обратно. После того, как вытянул в размер, крыло стало прекрасно, и сейчас я примеряю все остальные детали переда. Так, все собрал, все скрутил, все стоит на месте, и на этом работы с металлом закончены. Отдаю машину на покраску. Итак, Porsche покрашен, собираю. Ну что, друзья, ремонт этого автомобиля закончен. Ну что, на сегодня, пожалуй, все. С вами был Артур. Спасибо за просмотры. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!